Привет! Всем привет! Всем привет! От зубастиков. Мы приехали в коттедж. Коттедж на отдых. И там мы уже собрали вещи. Да, дети разбирают вещи, а мы тут наслаждаемся на озере. Сейчас будем брать лодку. Вот, сняли мы домик, коттедж на 3 дня. И лодку. И сейчас вам покажем, что здесь и как, сколько стоит. В общем, и такой красный, вот милый коттедж. Осенний домик. О, осенний отдых. И да, вот этот коттедж. Так, выключу, покажу. Мне нравится здесь. Вы еще завтра увидите, какая здесь река. Каменные берега. На берегах растут ели, сосны. Безумно красиво. Сейчас уже осень. На носу октябрь. Цвета, конечно, сумасшедшие. Рыбаки. Река тихая такая. Волны нет. Я там проезжал по дороге в магазин. Конечно, я восхищен. Местность супер. Называется French River. Еще хочу отметить этот английский здесь у людей. Мне сложно понимать. То есть я уже как-то настроилась, видимо, на один диалект. И уже хорошо понимаю, с людьми общаюсь. А здесь я даже когда только звонила, они все говорят нечетко. Ну, как-то они глотают, конечно. Уже тут как бы такое, он уже более фонетический, прям совсем звуки, да. Такие только фразовые глаголы, фразы, словосочетания. Да, другой просто английский. Да. И очень быстро, в общем. Прям совсем свободный, такой флюент-флюент просто. Ну, в общем, да. Так что я почувствовала опять легкий шок. Опять английский. Опять я не понимаю. Вот. Ну, как бы другая местность, другие люди. Да. Ну, в общем, вот такой наш отдых начинается.
мы с Катей делаем такое блюдо. Сыр. Вот такой вот сыр бри в Костко. Стоит он около $10, 600 грамм кусочек. Вот его нужно положить на фольгу, украсить орешками, клюквой, изюмом, семечками. Можно полить медом, но у нас меда нет. И потом запечь. Очень вкусно. И сейчас покажу, что получилось. Вот такое блюдо получилось, когда растаяло. Вот, еще раз про сыр. Он запекся, остыл. И теперь нужно брать печенька, какое-то сухое, вот этот кусочек сыра с орешками совсем. И вот так вот на печенька кушать. В общем, вот, приятного аппетита, пробуйте. Мне очень понравилось. Наше путешествие начинается! Привет! Поехали кататься, рыбу ловить! Да, да! Быстрее кататься, чем рыбу ловить. Наш отдых подходит к концу. Вот мы хотели вам показать один из популярных вариантов отдыха в Канаде. Это рент коттеджи на уикенд или на несколько недель, на неделю, на месяцы, как это делают в течение лета. Ну, в принципе, отдых подходит к концу, погода чуть-чуть испортилась. Тебе понравилось? Осень начинается, да, мне понравилось. Понравилась мне здесь природа. Здесь очень интересные живописные берега, когда идешь на лодке. Такие каменные стены, на стенах эти растут сосны, разноцветные деревья. И есть такие места, где маленькие реки, наверное, впадают в эту большую речку. Это, да, это конечно, неописуемо. Это просто неописуемо. Прям какой-то визуальный вид, я такой только видел в Нью-Брансвике, на Риворсен Фоллс. А это такое в миниатюре, маленькое устье реки, и идет перепад, и такая, с такой мощью, силой, напор воды в эту большую реку. Это, конечно, впечатляет. Рыбу не поймали, погода была дрянная, попали вчера в дождь, да, прокатились на скорости в дождевиках. Так да, что интересно. Да. Интересно. Плывешь по реке, идешь на этой лодке, и камни везде, ну, прям рифы, даже рифы есть, и очень опасно. Получили крутой инструктаж, когда получали лодку, что не побейте дно, не поломайте пропеллер, винт. Ну, поломали винт, потеряли якорь. Были приключения, было весело, было прикольно. Ну ничего, мы за все заплатили, в целом отдыхом довольны. Все хорошо. За пропеллер 70, $80, за якорь 70. Так что вот такая цена опыта. Ну что, наш отдых подошел к концу. Увидимся в следующих видео. Всем пока. Пока.